Ну, чё звал? Дело есть. Мне брат запретил с тобой разговаривать. Не боись, я тебя никуда впутывать не буду. Да чё за дело? Чемоданы помнишь? Еще бы. Погоди. Кого-нибудь из его дружков знаешь? С кем поработать можно? Мне деньги нужны позарез. Ну, есть один. Они друзья были. Я у них на шухере стоял. Отлично. Номер его остался? Да. Вот. Кличка Ёж. Правда, он отморозок полный. Так что ты поаккуратнее. Отлично. Вопрос номер два. Есть 100 рублей взаймы? У меня на телефоне деньги кончились. Есть, но мне надо завтра в школе. Давай, давай, верну 200. На. Все, братца увидишь? Привет. Не передавай. Ладно. Алло, это Ёж? Может быть. Я от чемодана. От чемодана? А что, в тюрьме всем стали телефоны выдавать? Ну, в смысле, я его старый знакомый. Ну и что тебе нужно, старый знакомый? Мне деньги нужны. А я тебе банк, что ли? Ну, в смысле, я готов поработать. Мы с чемоданом в свое время сотрудничали. Сотрудничали? Ну, подъезжай завтра на Рингевица 6 к 10 утра, поговорим. Алло, алло, я не могу с утра. Я не могу с утра, у меня биология. Давайте вечером. Так ты что, школьник, что ли? Да. Я заканчиваю, я в 11-м. Ну, нормально. Короче, слушай сюда, школьник. Вечером нельзя, вечером дела. Тебе же деньги срочно нужны? Срочно. Ну, так поднапряги, школьник. Завтра в 10 утра. Я понял. На Рейнгеверце 6. Я буду утром. Школьник. Дед, ну ты чего? Максим опять звонил. Ничего хорошего. На счетчик поставили. В подвале держит. Обещает, как он сказал, замочить, если денег не будет. Сказал, чтоб к ментам не совались и адвокату не звонили. Я завтра попробую что-нибудь придумать. Неужто на работу пойдешь? Вроде того. А брось ты. 48 тысяч евро за всю жизнь не заработаешь. Завтра начну риэлторов обзванивать. Квартиру будем продавать. Сегодня я почти не опоздала к первому уроку. Что у нас тут происходит? Здравствуйте, Сели. Так, успокоились. Все в классе? Да, все. Так, о, Андрей, я хотела тебя спросить, как... Успокоились, я сказала.
Как, Владимир Семенович, как самочувствие? Я как раз с вами хотел поговорить по этому поводу. Ну? Деду вчера нехорошо с сердцем было. Ну, а скорую-то вызывали? Нет. Он полежал, попил валидола, и, слава богу, все хорошо стало. Да ты что, нельзя же самолечением заниматься. Врача хотя бы вызвали. Без тебя разберемся. Зоя Захаровна, мне нужно уйти с урока. Нет, подожди, Сотник, но у нас сегодня контрольная. Я знаю. Я обязательно ее напишу потом. Понимаете, просто к нам через полчаса риэлторы придут, а дед лежит, и надо с кем-то пообщаться. Какие риэлторы? Мы квартиру продаем. Квартиру продают? Как это, подожди, значит, Владимир Семенович что, решил продать квартиру? Но это же... А где же вы жить-то будете? Андрей, а что, все действительно настолько серьезно? Да, Мариш. Так, ну, ладно, иди, все, иди. Спасибо большое. Иди, иди, иди. Так, Олеся. Да, видимо, дело серьезное. Раздай листочки. Сколько себя помню, муха ЗЗ никогда конечно, никого не отпускала с уроков. В чем дело? Ни в чем. У меня дела, дай пройти. Опять с урока хочешь уйти, да? Пожалуйста, курточку в гардероб повесь и иди обратно на занятия. Меня отпустили. Дорогу освободи. Кто тебя отпустил? Зоя Захаровна. Зоя Захаровна никого никогда в жизни с урока не отпускала. А меня отпустила. Не веришь? Ты пойди узнай. Пойди, пойди. Только я бы на твоем месте этого, конечно, не делал, потому что она не любит, когда ей уроки срывают. Давай, чего стоишь? Давай, давай. Ладно, иди. Но если соврал, поймаю, посажу в мешок и отдам Борману на обед. Понял меня? Очень смешная шутка. Тебе надо на эстраде с Петросяном выступать. Да я вообще-то думал об этом. Что думаешь по поводу этого перца, а? Ну, если с чемоданом работал, может, на что-нибудь сгодится. Ну, позырим. Смотри, крали какая идет, а? О, похоже, к нам рулят. Ну. Кто из вас ешь? А ты кто? Я звонил. Я от чемодана. Прикинуть нормально. Папик богатый. Или своим умом поднялся? Я не базарить пришел, а дело делать. На остренькое потянул нашу золотую молодежь. Скучно тебе по клубам с телками-то, да? Неужели тебя с баблом напряжен? Короче, что надо делать? Я готов. Че? Юный пионер, типа, всегда готов? Ты вот что, пацан. Во-первых, не груби, а то в канаву с ноги отправлю. Это точно, понял. Ну, во-вторых, готов ты или нет, решать нам. Дело делать хочешь, будет тебе дельца. Ну, а после него на тебя и посмотрим. Говори, куда и когда надо приходить. Какой ответственный папенькин сынок. Ладно, записывай. Алло. Алло, да, здравствуй, Володя, это я. Привет. Очень рад тебя слышать. Слушай, как ты? Мне Андрей сказал, что у тебя сердце плохо. Да он преувеличивает все постоянно. Я на ногах, жив, здоров. Скажи мне, вы что, действительно решили продавать квартиру? Да. Ох, Володь, как это неправильно. Понимаешь, продавать квартиру – это уже все, последнее дело. Это... Рубить сук, на котором ты сидишь. Выбора нет, Зоя. Деньги из воздуха не возьмешь. Сегодня общался с риэлторами, но цену они пока не очень хорошую предлагают. Подожди, разве ты общался? А Андрей где? Как где? На занятиях? А он что, сегодня в школе не появлялся? А, нет, ну, конечно, появлялся. Я просто думала, ну, в общем, все, это не важно, он на учебе. Ты не волнуйся, пожалуйста, и береги себя. Спасибо. Берегу, как могу. Угу. Я к вам могу зайти сегодня в гости? Да. Приходи, конечно, я буду очень рад.
Ну, ладненько, все, тогда жди. Думаю я про Лиску и Чижа. Вспоминаю школьную программу. Творчество Маяковского. Любовная лодка разбилась о быт. Привет. Привет. А что ты здесь делаешь? Тебя жду. Узнать, как продвигаются твои дела в изобразительном искусстве. Тебе правда интересно? Да, мне интересно. Как там композиция, перспектива? Ничего, нормально. Вчера зачет успешно сдала. На просмотре рисунки мои похвалили. А, это те, которые с Черновым. Ну да, действительно. Чернов отличный типаж, особенно без майки. Я понимаю, почему похвалили. Ты знаешь, я ему очень благодарна. Он меня выручил. Угу. Позировал хорошо. Тебе же некогда было? Да, я потому что занят. Я работаю, чтобы обеспечить молодую семью. Да, я понимаю. Да. А как прогулки с Вороной? Замечательно. Ты знаешь, мы нашли друг друга. Угу. Пернатые должны держаться вместе. Я Чиж, она Ворона. Да, вот мы сегодня в кино собираемся вместе. Не хочешь нам компанию составить? Вот гад, а! Ты вот скажи, Дим, ты вот здесь сидел и ждал меня для того, чтобы наговорить мне опять кучу гадостей? Ты что, не можешь по-человечески нормально жить? Просто радоваться жизни? Тебе обязательно нужно, чтобы мы поссорились. Тебе то, что нравится? Мне, знаешь ли, не очень. Ты мне объясни, что тебе непонятно. Ну вот, я же тебе говорю, вот, ну, логарифмы. Ну, понятно. Давай с самого начала сейчас тебе начну объяснять, а то там легче. Сейчас. Ага, вот здесь. Горюх. Здорово, Вась. Привет. Мы в классе собираем на аквариум. Дай сотку, пожалуйста. Вась, давай потом. Ну, ладно. Давай. Спасибо. Слушай, я что-то не пойму. Я же тебе вчера давал. Ну, их уже нет. Куда дел? Взяли. В смысле? Отобрали, что ли? Да нет, в долг дал. Кому? Сотнику. Так. Я же тебе, кажется, говорил, чтобы ты с ним больше не общался. Говорил. Но он меня сам нашел. По делу. По какому такому делу он тебя нашел? Ну, попросил телефон из кого-нибудь из дружков чемодана. Понятно. Ну, Сотник. Значит, ты не клеил травмат, прошелся с биологией. Ты сотку-то дашь? Вот тебе 70. И ни в чем себе не отказывай. Я вообще-то сотку просил. Спасибо. Пожалуйста. Ну что, погулял? Погулял. О! Зоя Захаровна. Да. Вы как раз вовремя. Скажите, пожалуйста, вы этого бойца с уроков отпускали? Да, отпускала. Извините. Ничего себе. Ну, как дедушка? Ничего, спасибо. Риэлторы приходили? Да, приходили. Ну и что они сказали? Ну, они много чего говорят. Ну что? Ну, пока небольшую стоимость могут дать. Угу. Долго врать будешь? Я звонила домой, ты там даже не появлялся. Извините, Зоя Захаровна, я вас обманул. Ну, просто мне не нравится эта идея с продажей квартиры. Мне она тоже не нравится. Где ты был? Я? Да. Я к знакомым ходил, хотел денег одолжить. Так, ну и что? Успешно? Пока не очень. Так, чтобы только не расстраивать дедушку, я Борису Максимовичу ничего не скажу. Но если ты мне еще раз соврешь, учти, пеняй на себя. Никогда. Все, иди на урок. Андрюх, пойдем в кладовку поговорим. Мы с тобой, Андрюха, вчера о чем говорили? Чернов,
Давай ближе к делу. Реально напрягает. Напрягает? Ну хорошо. Ты же говорил, что завязал с криминалом, а? Или я что-то не пойму, у тебя, может, руки чешутся? Или ты хочешь, как я, в колонии посидеть? Братец настучал. Гнус маленький. Ты брата моего не трогай. Я бы все равно узнал, рано или поздно. И дальше что? А ничего. Я просто понять хочу, нафига ты в это лезешь? Ты мне что, отец родной? Я сам разберусь, что мне делать. Придурок! Я тебе добра хочу. Да пошел ты. Ладно. Раз ты так обо мне заботишься, я когда шел в школу, все уже решил. Эти люди меня больше не увидят. Ты точно это решил? Да, точно. Точно? Да, да, не надо орать на меня. Знаешь, я рад, что у тебя мозги есть. Были бы еще деньги. Слушай, а может тебе на работу устроиться? Ко мне напарником. Грузчиком. Дружище, мне нужно 48 тысяч евро. За пару дней. Я сильно сомневаюсь, что я смогу у тебя столько заработать. Ладно, пойдем. Слушай, Ворон, я у тебя не оставляю молоток, а? Слушай, иди лучше, что покажу интересное. Смотри. Че? Ну смотри, смотри. Ну. Ворон, ты че? Ау! Ты че, Лески, покинул наплел, а? Слушай, так а можем сходить, че такого-то? Я тебе что, инструмент для мести, я не поняла. Ты как вообще могла такое подумать, а? Как ты могла подумать? Ты же самый лучший пернатый в мире. Слушай, ну пусти, больно, руку уже. Пошел. Псих. Ну, что риэлторы сказали? Да не был я у риэлторов. А куда ты тогда ушел? К парням ходил. Хотел денег подзаработать. Ты на работу устраиваешься? Ну, вроде того. Надо же что-то делать. У нас с дедом вообще денег нету. Я последние на лекарства потратил. Ну, у меня с собой есть рублей 100 или 200. Мариш, не надо. Спасибо. Это не спасет от старой демократии. Ты представляешь, сколько лекарства для деда стоят? Плюс еще жить надо на что-то. Плюс отец там в Красноярске. Сам, наверное, в какую-нибудь авантюру впутался. Вот теперь надо за него расхлебывать. Андрей. Что, Андрей? Ну, это ж твой отец. Да, мой. Я за него переживаю. Ну, где такие деньги найти? Не знаю. 50 тысяч евро – это… Это сумасшедшие деньги. Вот и дед тоже толдычит все время. Квартиру продадим, машину продадим. Не вариант это все. Слушай, а может быть, вы кредит возьмете? Кредит? Да. Во время финансового кризиса? Пенсионеру? Кто деду даст кредит? Да. Слушай, я тут подумала, вы, когда квартиру продадите, можете с дедом пожить у нас на даче. Что за ерунда? Ну почему ерунда? Дача очень хорошая, я сегодня поговорю с родителями, я думаю, они согласятся. Это 15 минут от города, и электрички, и маршрутки ходят регулярно, поэтому… Мариш, это плохой вариант. Вообще все с продажей квартиры – это плохой вариант. Надо что-то другое придумать. Сейчас надо понять, откуда денег хотя бы на ближайшее время взять. Слушай, а ты не можешь у родителей в долг попросить? 1000 евро. Ну или 500 хотя бы. Я не знаю, есть ли у нас такие деньги. Ну ты объясни, что в долг, что мы вернем, мы все отдадим. Хорошо, я спрошу папу. Точно спросишь? Спрошу, да. Отлично, спасибо, Мариш. Я тебе тогда вечером позвоню. Хорошо. Пойдем, я тебя провожу. Алло. Андрей, это ты? Папа, привет, как ты? Ну, нормально, если это можно назвать. Нормально. Папа, точно нормально?
У тебя голос странный. Андрей, вы деньги собрали. Если вы деньги не пришлете, я не знаю, чем это закончится. Папа, мы собираем. Мы собираем. Это очень сложно. Ты пойми, пожалуйста. Короче, хорош там болтать. Дай сюда. Алло, парень. Кто это? Дайте трубку отцу. Слушай сюда. Вы слишком долго собираетесь. Сумма выросла до 70 кусков. Что? С чего она выросла? Счетчик тикает. Если до конца недели не переведете бабки, батю своего больше никогда не увидишь. И к ментам не вздумайте ходить. Вы ублюдки! Сам такой. Опа-на, школьник. А мы думали, ты уже штаны навалил. Навалил, навалил. Что делать нужно? Мы на тебя смотреть, а ты работать. В смысле? Ну, в смысле? Хотим посмотреть на тебя в деле. Инструментик взял? Какой инструментик? Какой наивный пацан попался. Ладно, ладно, ладно. Димыч, дай ему свой. Это зачем? Зачем? Смотри, все просто. Идет лох, ты его ловишь, пирог горлышку ставишь, бабло забираешь. Все ж просто. Это есть ваши дела? А что-то не понял, тебе что-то не нравится? Нет. А слышь, он баба идет. Как раз под школьник. А? Точно. Ну что, ученик, иди учись на практике. Придешь без бабла, руки оторви. Девушка! Что? Не ходили бы вы одна по вечерам, а? Что? Бегом отсюда! Бегом! Бегом! Ты что сделал, урод? Слушайте, парни, есть менее палевное бабло у моего деда. Че ты нам гонишь, а? Я не гоню, я дело говорю. Послушайте, у меня дед богатый, но у него есть деньги, много денег. Но он жмот страшный. Если ему позвонить, сказать, что вы меня похитили, он за меня любые деньги отдаст. Деньги делим по-братски. Ну как? Смотри, если разводишь, тебе хана. Не развожу, отвечаю. Давай с твоего номера позвоним. Я наберу, ты поговоришь. Ну, на. Алло, дед, привет. Как ты собираешься его искать? А его телефон остался в твоей трубке. Ага. Через моего кореша пробиваю, ага, и находим. Ага. Номер вместе с трубкой уплыл, идиот. Все просчитал, гаден. Что это? Володя, послушай меня внимательно. Я знаю, ты человек гордый. Но продавать квартиру нельзя. Я не могу вас бросить в такой ситуации. На. Что это? Это деньги. Тут, конечно, не вся сумма. Я их собирала на квартиру своей внучке. Но тебе они сейчас нужнее. Нет. Ну, Володя. Я сказал нет. За годом год, за часом час. Кружит планета, ускоряется. Все происходит в первый раз.
может, просто повторяется. Сегодня первый.